Один из воспитанников детской деревни Состамилино отпраздновал совершеннолетие. Это и стало поводом для визита почетных гостей. Приехали они не с пустыми руками. Это вам пригодится, чинить будете, как говорят, гонять. Совершеннолетие виновника торжества стало большим праздником, несмотря на ограничительные меры. Кроме подарков, которые точно пригодятся в быту, приемная мама Артема Савельева удостоилась особой награды. Вера Егорова получила знак отличия «Благодарю». Вместе с мужем они посвятили 25 лет воспитанию детей в деревне Состамилино. Мечты, они сбылись. Сегодня у нас 15-й выпускник. Из дома выходит. Уже 14 ребят живут самостоятельно своей жизнью. А сегодня вот у нас такой подарок нам преподнесли, и мы очень счастливы этим. Иначе просто, да, Артему пришлось бы вернуться в то жилье, которое барак, там, 28-го года постройки. Так мы знаем, что он рядом, мы за него будем спокойно, мы ему будем помогать, поддерживать его. Я дальше буду тоже продолжать, как бы, ну, патронат. Сертификат на обустроенную однокомнатную квартиру в Октябрьском Артем Савельев получил от главы округа. Всего в этом году своим жильем обзаведутся 38 детей-сирот, достигших совершеннолетия. Некоторые из них живут по соседству с Артемом в деревне СОС. В детской деревне СОС живут 11 приемных семей. В основном это приемные семьи многодетные, которые воспитывают 5, 6, 7 детей. Наш первый принцип – это не ребенок для семьи, а семья для ребенка. Если у ребенка вот такая сложная, трудная ситуация, и мы знаем, что эта семья в состоянии справиться с какими-то проблемами, мы, безусловно, рекомендуем ту или другую семью для такого ребенка. После переезда в отдельное жилье Артем Савельев не собирается забывать свою большую приемную семью. Мама и папа, два брата и сестра за 10 лет стали родными. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.